ребята, которые еще в начале 2000-х играли на христианской футбольной лиге, если посмотреть, в команде КЛФК все на ногах, бегают, еще готовы играть вторую игру, но ребята уже сидят. Скажите, пожалуйста, тяжело? У тебя нет кислородной подушки? Кислородной маски. Как вам впечатление от игры? Ну, конечно, хорошее, мы победили. Победили хорошую, неуступчивую команду. Угу. Кость, скажи, пожалуйста, как после 40 день тебе даются рывки на последних минутах матча? Да вообще-то я не должен делать рывки. Рывки должны делать ребята помоложе. Но ребята что-то в конце расслабились, приходится ветеранам совершать рывки. Ну ничего, главное победа. А в целом какие впечатления от команды Виданоева? Ну, как я уже сказал, они такие боевитые. Иногда даже это вливается в какие-то ненужные эмоции. Ну, в целом с соперником приятно играть. Мы получили удовольствие.